Всем привет, с вами Дмитрий Синев. Сегодня мы приготовим очень вкусные тыквенные оладушки. А генеральный партнер этого видео – техника Волмер. Скидка 5% на всю технику по промокоду Синев. Ссылка на интернет-магазин в описании. Для рецепта нам понадобится, само собой, тыква. У меня есть вот такая вот небольшая тыковка. Одно яйцо, соль, сахар, разрыхлитель и немного муки. Вообще, очень часто готовлю оладушки из кабачка. Но из тыквы получается тоже очень вкусный. Вот так вот очищаем ее. Использую вот такой вот нож для очистки картофеля. Разрезаю тыкву пополам. Буду использовать половину тыквы, ну где-то 500 грамм. И натираем тыкву на мелкой терке, чтобы она у нас быстрее приготовилась. Убираем все косточки. Тыква очень полезный продукт. Надо ее есть почаще. Но не всегда получается. Все. Мы перетерли всю тыкву. Отправляем ее в миску. Разбиваю туда одно яйцо. Одного яйца на полкило будет достаточно. Добавляю немного соли. Добавляю столовую ложку сахара без горки. Кто любит послаще, добавляйте две. Добавляем разрыхлитель. И пару столовых ложек муки. И все перемешиваем. Масса получилась чуть-чуть влажновато. Добавлю еще одну столовую ложку муки. Этого будет достаточно. Ставим разогреваться сковороду на средний огонь. Наливаю немного масла. И все, когда у нас сковорода подогрелась, начинаем выкладывать наши оладушки. И накрываю крышкой. Готовим по 5-7 минут с каждой стороны. Я чуть-чуть убавил огонь, чуть ниже среднего. Также можно готовить на цельнозерновой муке и жарить без масла. Тогда они вообще будут прям диетические, да, буквально. Сейчас я достаточно много добавил масла, но это мне хватит на все приготовление. Вот буквально через 5-7 минут переворачиваем наши оладушки. Они получаются как оладушки, как драники, да, только с тыквой. Вот, но вкус будет очень интересный, особенно, конечно, со сметанкой. Ну и все. Первая партия у нас готова. Можем выкладывать и продолжать жарить. Ну и давайте же попробуем наши оладушки, драники из тыквы. Конечно же, со сметанкой. Это просто вкуснятина. По мне, они прям в меру сладкие. Чем-то напоминают картофель. Но в то же время я бы сказал, что это прям десерт. Обязательно попробуйте этот рецепт с тыквой. В принципе, оладушки – это наше все. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Техника Волмер – лучшее решение. Все ссылки в описании. Пока!